В Мозамбике жертвами циклона стали почти 600 человек. Последствия тропического циклона затронули около 970 тысяч человек. Десятки тысяч человек получают гуманитарную помощь. Число жертв тропического циклона Идай в Мозамбике выросло до 598 человек. Об этом сообщает ПАЭС со ссылкой на Национальный институт управления бедствиями, ИНГ, во вторник, 2 апреля. Отмечается, что число пострадавших составляет более 1,6 тысячи человек. Всего последствия циклона в Мозамбике затронули около 970 тысяч человек. В настоящее время более 32 тысяч семей получают гуманитарную помощь. Местные власти ожидают, что число погибших может превысить 1000 человек. Напомним, тропический циклон Идай обрушился на юго-восточное побережье Африки в середине марта и затронул территории Мозамбика, Зимбабве и Малави. В Мозамбике больше всего в результате стихии пострадал город Бира. При этом общее число пострадавших от циклона Идай в Африке выросло до 1,85 миллионов человек. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.